Доброе туманное утро. Мы решили прогуляться с Андрюшкой. Красиво. Минус 10, да? Минус 10. Подкумок чистый-чистый. Аж дно видно. Там лес хвойный. Прошли первый этап, дошли до городского, от мелькомбината. И сейчас мимо городского, вдоль по реке, в сторону Шумяна. Погода отличная, 10 или 12 градусов, как телефон показывает, ставит. Туман немножко садится, красота. Купель стоит, нас ждет, озерцо чуть подзамерзло. Проверишь, Андрюх, толщину льда? После тебя. Ага, ну пойдем вместе. Вот не засняли мы. Первое препятствие перепрыгнули. Ну, чуть-чуть грибанули, но вроде ноги сухие. Немножечко там провалились. Идем дальше. Продолжается наш фильм. Где-то на берегах подкумка. Кто-то ходил уже до нас. Следы прям маленькие, то ли женские, то ли детские. Красиво, тихо. Снег хрустит. По пути вдоль подкумка вот такие вот сооружения попадаются. По верху пойдем или по низу? О, банька была на крещение, да? Ну они оттуда, видать, заходили. А жизнь как? Печку повыше. Ну не знаю. Может, не знаю я. Вот мы и прошли полпути, вышли к мосту. Уток море.
пропустили поезд. Туда. Цапли тут были, только что улетели. Несколько штук. Уток много, цаплей. Набрели на вот такое прекрасное сооружение. Блукаем по лесу в поисках красивого места, где поставить палатку. Ну вот мы и разбили лагерь. Сейчас будем чайку заварим, будем кушать. Тепло у нас тут хорошо. Красиво. А в тюрьме сегодня ужин. О! Чаек с травами. Что у нас? Калина. Калина. Барбарис. Барбарис. Рябина. Шиповник. Рябина, шиповник. Еще что-то. Барыня. О. Это какой-то виноград. Ну, приятного аппетита. Мы это купим. Да, давай. Мы закупорились, пока сидим, клеимся. Настоялся чаек. Ну, будь добро, будьте здоровы.